Ребят, всем привет, с вами Лотков. И сегодня я хочу показать свою небольшую коллекцию в игре The Pirate Caribbean Hunt. Так, вот первого ранга HMSC Sovereign. Ребят, ну по-английски мне вообще никак, так что извините за мой корявый английский. Вот первого ранга, да, это премиум корабль. Так. Далее, военный шлюп. Клипер, то есть это же Калипсо. Далее, вот. Первый ранг. То есть это те корабли, да, с которыми я играю в мультиплеере. Корвет и фрегат. Так, вот сейчас покажу, какое изменение сделал с парусами. Вот, видите? Если вы видите меня в мультиплеере, да, то такие вот паруса у меня будут. В мультиплеере я подписан также Владков. Ну, хотя можно даже... Так, вот города я пооткрывал. Не все, наверное, скорее всего, но пооткрывал. Вот они все здесь. То есть города... Бразилия, карту открыл. Здесь я до самого ходил по вот этим речушкам. Я ничего другого не нашел. Никаких других городов. Табака, да? Истан. Так, также вот мои корабли, которые... Вот первый ранг. Который находится в Капа де ла Вела. Вот, да, вы видите. Первый ранг, военный шлюп, клипер, калипсо с первого ранга, корвет, фрегат. Это для мультиплеера у меня корабли. Ну, также я смогу захватывать ими города. Но в основном я справляюсь ХМС, да, это первого ранга. Так, приключения головореза у меня галеон, три галеона, одна шебека. То есть зарабатывать мне потихонечку денежки, да. Так, ну я уже половину их потерял в приключениях головорезов. Так. Ну вот, собственно. Кстати, секунду. Вот такая раскраска у меня еще, да, на этих моих кораблях, в которых я участвую в боях мультиплеера. Если увидите эти паруса со змеей, получается зеленая кожа, красная внутренняя часть ее, то есть брюшная часть змеи красная, это я играю в мультиплеере. Также подписан Владков. Ребят, ну все. Ну, что еще? Покраска, покраска. Так. С прокачек. Полностью прокачан. Калипсо. Калипсо я трюма не расширял. Каюты тоже, так как на абордаж с ним идти, это не вариант. Мортиру тоже особо. Таран. Таран могу сейчас прокачать, улучшить. Так. Мощные паруса прокачаю. Абордаж я не качал, так им бессмысленно на более высокого ранга корабли нападать. Он на расстоянии хорош, в скорости, в маневренности.
То есть такой хороший юркий корабль для контратак. Вот так вот. Ребят, ну я показал свой, как говорится, автопарк в The Pirates Caribbean Хан. Ну все, ребят, всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и до встречи.